Итак, друзья, вот он, наш. Бегу с энтузиазмом. Энтузиазист. Почему я не могу... Да, энтузиазист. Почему я не могу в рукопашку драться? У меня же есть перчатки даже. С обрезанными пальцами. Потому что у тебя руки золотые. И не важно, откуда они растут. А золото откуда берется? Так. А в какой ты палаточке... По-моему, во второй, короче, палатке дальней, понял? Получается, через дорогу. Блин, я сейчас зайду, получается, и за мной зомбаки зайдут. Ну, хочешь, я за тобой бегу? И опять они мне сделают сыктым. Я бегу за тобой, короче, совсем. Пойдем, пойдем. Отбивать будешь зомбаков. Тут, кстати, дробовичок лежит. Схватишь дробовичок? Нет, у него нет патронов. Вот есть на какую-то ДМР, по-моему, патроны лежат. Ой, тут зомбак. Вон мое тело. И с ним рядом два зомбака. Так. Снаряжение. Итак, я пошел латать, а ты отбивайся. Подожди, тут один наглый мент. Ну все, одевайся. А вот еще один бежит. Сколько всяких у меня тут интересно. Нужных сладостей. Вещичек. Ну да, типа спичечки, ножички, карты. Мент. Если и мент. Слышал? Нет. А вот теперь слышу. Да ё-моё. Слышу. Это по нам. Очень похоже. Ого! Меня попали. Я без сознания, мне кровотечение, сделай перевязку. Нихера себе. Ага. Сейчас я ему устрою. За адреналинчика случаем, нет? Достань пушку. Да вот достаю. С топором ты ему не сильно. Ты его не сильно обидишь топором. Блин, жаль, что я винчестер оставил. Пиздец. Я оставил. Не, ну у меня есть зато ПМ с глушителем. Угу. То есть даже если мы его убьем, то зомбаки не прибегут. То есть, ну хорошая тема. Угу. Ты же себя приди сначала. Это да, я надолго потерялся. Так он мне 2000 снял. Как он узнал, что мы здесь? Я даже не знаю. Может, он вообще зомбаков стрелял? Да, ага. И попал в тебя? Ну, через стену. Ага. Вот особенно сейчас, видишь, как? Как? Ну, прям стреляет рядом. Я не слышу, у меня... Я ж без сознания, у меня, типа, звуки игры приглушены. Он пришел. Слышишь? Я как бы слышу, но не вижу. Подожди, тихо, не выползай. Там вертушка еще летит. Их, походу, их двое. Да. Вон, спереди. Где? Спереди, только что перед нами он пробежал. Вон там, за палаткой. С рюкзаком. Слева он или вон, или вон вот прямо. Хорошо, я туда... Целюсь сюда на опережение, в правую сторону. А ты туда. Ну давай, вставай. Это литературное слово. Угу. Цензуре, это расскажи. Он стреляет? Убил. Сейчас по зомбари мне... пойдут. Мне опять кровотечение, черт побери. Я взял топор, чтобы под зомбарей. Давай, давайся. Я пока перевозился. Только я лежа, наверное, буду. Жесть, так он... Это ты меня или он попадал, о, блин? Как он меня видел? Или он стрелял по тебе? Он по... Вон, вон стоит, слышишь? Блин. Да перекатывайся, блин, блин. Я походу не убил, а только перевязал раны. Я его убил. Блин.
Забыли. Зря стреляешь. Я его тихонечко снял с этого, с ПМ. Эй, воу, воу, хорош! Это... Ой, у меня кровотечение. И у меня опять? Один бинт. Кто-то стреляет. Да, да, да. Кто именно? Ну того чувака я убил. Хорошо. А вон слева бежит, бежит. Бежит? Давай, давай. А, он по мне стрелял. А, ты шо? У меня нечем перевязаться. У меня кровотечение. Не умер. Так я магазин всадил в него. А где он? Он уже. А, это она, между прочим. Ушла куда-то. Ты... Так, у тебя бинты есть? Да, один. Это жесть. Да, у меня перелом. У меня в рюкзаке морфий должен быть. Посмотрю. А, хотя не, у меня пустой рюкзак. У меня может быть так в инвентаре лежать морфий. Да вот у меня есть привычка всего по одному таскать. Блин, плохо, что он встает, чтобы... Ложись, зараза. Так. Да блин, ну не вставай же ты, ё-моё. Так, я в нижней. Ого, далековатисто. Слушай, вот это засада вообще. Я в лобби. Угу. Подожди сейчас. Как же ж... Что же делать? Как думаешь? А? Секунду. Опа. Слушай, ну простреливает. А главное, с какой стороны? О. Где-то рядом. Самое печальное, что я в грудь и выше, ну там в районе шеи, всадил магазин. Я четко видел, как летела кровь. И не хватило 8 патронов, чтобы убить. Вот, рядом, рядом, рядом бежит. Катина, где ты? Кажется, меня сейчас зомбари быстрее убьют. Так. Ты это записываешь? Да. Жесть. А. Блин, откуда стреляет? Зараза. Так, морфи, морфи, морфи. Надо морфи. Морфи. О, у нас есть морфи. Я сейчас, короче, принимаю морфи и со всех ног валю отсюда. Угу. Потому что это не дело. О, вижу. Что? Вижу, откуда стреляют. Ага. Ой, блин, да пушки нет вообще. Кровотечение, и мне нечем перевязаться. Их тут, короче, трое или четверо даже еще. Короче, Жек, тормози запись. Сейчас, подожди, я убегу хоть куда-нибудь. В вертолете бинты были, нет? О, все, перелом. Не буду тормозить запись, пока не умру. Да, блин. Жалко перевязаться нечем. Да где вы? Стреляет откуда-то.
Ну где? Покажись, зараза. Блин, кровь стремительно падает. А где? Не вижу. А, я ж не могу бежать, елки-палки. Вон тот, что ли? Да, вон он. Там снайпер, короче говоря, еще видел бабу с рюкзаком. Ну. Дело в том, что я нашел танк. Да ладно. Я шучу. А то я бы сказал, сейчас мы придем отомстить. Так, перевязаться точно нечем. Увы. Увы, друзья. Остается только одно. Умереть. Да. Задай. Но зато я знаю, где мое тело. Блин. Ну что, поехали. Добрались до нашего вертолета, забрали оттуда два винчестера и пойдем отбивать, собственно говоря, наши вещи. В общем, как мне... сколько в магазине патронов-то? 5, по-моему. Тут просто оно написано так, слуг... Да. А, 15 патронов. 15, по-моему, патронов или что? Как мне показалось, там точно есть один снайпер в масхалате. Слушай, и... что-то ты лагаешь. Че это я лагаю? Я не воняю. Ну, не типа, да. Я не говорил, что воняю. Так. Я предлагаю туда пробираться вообще. Я тоже туда предлагаю потихонечку и снимать по ходу всех. Ну, правда, потом придется... делать рывок, забирать топор и отбиваться от зомбаков? Не, мое тело, оно находится вот на этом склоне, то есть я до него доползу. Ага, ну тогда все гораздо проще. Ну как сказать? На тебе зомбаки. Ну да, ну нас... они очень хорошо видят. Особенно этот в масхалате. Товарищ. Так, где-то я вот там дальше умер. О, слышишь? Угу. Ну, надеюсь, это было еще не по нам пока. Да вроде нет. Пули бы свистели, если бы по нам. Ну да. Так, где же? Я вижу его. Будь здоров. А, вон все... бегает, да? Их двое, вон бежит. Да, в масхалате один. Угу. Ты прицелился? Да, они слишком далеко, они нас снимут, а мы их нет. Почему? Потому что. Да не, мы их снимем. Да я до тела доползу хотя бы. Не, винчестер мощная и меткая штука, между прочим. Ты главное не теряй их из виду. Одного вижу и второго вижу. Так. Один вправо ушел. Может этого снайпера попробовать убить? Чувиха, кстати, легла на пол. Ага. Ну пока они вроде по зомбарям стреляют. Хотя, мне кажется, что по мне. Где-то кто-то... Это я! А, ты? Ну да. По мне кто-то стреляет. Да вот это они стреляют. Да, в масхалате вот этот вот по мне стреляет. Но он еще и снайпер. Ой, меня зомбак бьет уже. Я валю.